Всех приветствую. Стал приходить в негодность стол мой насадочный, который мне подарил в прошлом году один из подписчиков. Решил я сделать новый. Понадобился поднос 160 рублей. Два Уно Джокера покупал пару лет назад по 50 рублей. Заклепки, ну и, собственно говоря, держатели трубы. Нагрел, собственно говоря, заклепку. Сделал несколько отверстий. Три, собственно говоря, под держатели трубы. И пять на случай дождя, чтобы было куда уходить в воде. Буквально 10 минут работы, и, собственно говоря, стол готов. Ну вот, как-то так. Надеюсь, в очередной раз, что кому-то было полезно и интересно. На сегодня сессия. Пока. А что это вы здесь делаете? А? Кино-то уже кончилось?